сейчас я вам покажу, где мы остановились. То есть это наш дом, двухэтажное здание, в котором мы снимаем двухкомнатную квартиру. И здесь, собственно, находится и гараж, который можно открыть при помощи кода. И войти в это здание тоже можно только при помощи кода. Вот все, вот эта вся местность, где мы находимся, называется Whitefish Resort. То есть это лыжный курорт. Вот там видно в горах такие просеки зеленые. Зимой это спуски, это лыжня. Кто-то, люди, которые сюда приезжают, кто-то снимает частные дома в виде квартир, а кто-то останавливается вот там в гостинице. Это гостиница. Ехать нам нужно до нашего первого трейла поднятия в горы всего несколько минут. Это находится рядом с нашим домом. Посмотрите, какие здесь дома, сделанные почти что полностью из дерева. Вот мы отправляемся на наш первый подъем, первый наш трейл, который называется Danny On. Значит, название этого трейла не случайное, и как я узнала, оно происходит от имени человека, в честь которого назван этот трейл, которого звали Danny On. Он был лесоруб, то есть он был лесной эколог, он был известный фотограф, природовед, он защищал природу, он был страстным лыжником здесь в горах, и когда сюда, значит, во время лыжного сезона приезжали туристы, то он очень много посвящал своего времени обучению новичков природе, фотографии, лыжному спорту и даже лесному хозяйству. Он скончался, когда ему было 55 лет, от несчастного случая, значит, на лыжах, когда он спускался по лыжне на Big Mountain. Поэтому за его вклад один из самых красивых трейлов, подъемов в этой местности был и назван в его честь. Danny On Trail. Посмотрите, какая красота уже начинается. Мы только прошли несколько минут, а уже вид сверху. Мы видим два озера. Одно Whitefish Lake, другое Flathead Lake. Вот эти вот странные цветы, я их вообще никогда в жизни нигде не видела. Не знаю, что это за цветы, как они называются. Может быть, кто-то подскажет, что это такое. Но как будто они пришли откуда-то из совершенно далекого, так сказать, времен динозавров. Ни на что не похоже, не знаю, что это за цветы. Никто за лесом, за этим,
так тщательно не ухаживает, то есть старые деревья не вырубаются, все остается в диком первоначальном виде, только вырублены просеки для лыжни и все. Поляны с цветами, дикие цветы повсюду. Такое изобилие цветов, разнообразие запахов, пение птиц и журчание воды. Мне кажется, что даже и комментировать ничего не надо, просто смотреть и слушать. Несмотря на то, что я, как говорится, повторно смотрю на эти свои видео и слышу пение птиц и вижу все, что я сняла. Мне кажется, что даже и добавить нечего. Я все равно опять восхищаюсь и с удовольствием смотрю свои же видео. На каждом шагу вот мне почему-то попадалось что-то такое, что меня слегка или даже сильно удивляло. Ну вот, например, под ногами тропинка, она очень мягкая, поскольку это еловые леса, то вот эти еловые иголки, они перегнивают и дают какой-то такой компост, который отпружинивает твой шаг. То есть очень легко подниматься, несмотря что это высоко в гору, и подъем крутой, подниматься все равно, идти легко. Вот опять непонятные мне ягоды. Я тоже никогда ни в каком лесу не видела такой ягоды. Может быть, кто-то знает, что это такое? Такая какая-то она, как будто сделана из воска. Везде очень много ручьев, которые стекают с гор вниз и в конце концов попадают в эти вот озера, которые мы видим внизу.
А вот я бы сказала, дерево плачет, оно умирает, оно засохшее, только на самом верху у него есть зеленые веточки, это смола, оно плачет. Так жалко. Такие огромные деревья, и они умирают. Не знаю от чего, то ли это от каких-то насекомых или от того, что они уж становятся старые, не знаю. Но, как говорится, природа берет свое. Посмотрите, какая вокруг красота, сколько зелени. Рождаются новые деревца. Такие большие желтые цветы. Это не ромашки, это что-то другое, похожее больше на календулу. Ну, лесники, кто смотрит мое видео, подскажите, что это? Их здесь очень-очень много, вот этих желтых цветов. И знаете, еще такая у меня была тоже ассоциация, когда ты поднимаешься, поднимаешься в гору, вот это такое великолепие, и потом смотришь с высоты вниз и видишь вот эти, как говорится, бескрайние просторы. Песню мне напоминает: гляжу в озера синие, в полях ромашки рву. Зову тебя Россию, единственной зову. Вот все время, пока я шла по этому трейлу, вот у меня эта музыка периодически возникала в голове, и я даже усмехалась сама себе. Но как поэт, который создавал эти слова к песне, как он точно описал чувства, которые охватывают человеком, когда он видит природу, а именно с высоты, где-то в горах. Мы остановились на отметке 2 майла и решили повернуть назад, потому что до конца эта тропа у нас займет еще где-то половину этого же времени, которое мы уже затратили. А затратили мы 1,5 часа. И мы решили, что в первый день не нужно себя так сильно сразу нагружать, и пора возвращаться назад. Вот мы и возвращаемся назад. Скажу, что я не чувствовала практически себя уставшей, или потому что это много свежего воздуха, или потому что температура была прекрасная, где-то около 25 градусов всего лишь, или потому что идти по этой тропе очень легко, то есть нет камней, она не скользкая. This is a surprise. Who is that? Вот, пожалуйста, мы увидели такую птичку, которая шла прямо навстречу нам по тропинке. Сначала мы думали, что это фазан, но это
она имеет другое название, но это, по-моему, из одного и того же семейства. Совершенно она не пугливая, не боится людей, как мы видим. Спокойно себе идет, ищет какие-то ягодки, какую-то травку. Ну, наверное, пришла где-то пообедать здесь. Пора и нам отправиться на обед. Вот мы приехали в Whitefish Lake Golf Club Restaurant, то есть здесь находится ресторан, хороший ресторан, который располагается на территории гольф-клуба. Почему я заранее говорю, что он хороший? Потому что у моего мужа такая привычка: до того, как мы куда-то едем, он за несколько месяцев вперед делает исследование, research, и находит самые лучшие места, где мы можем поесть, где, куда мы можем пойти, что мы можем увидеть. А я ему доверяю, потому что у меня уже определенный опыт в этом отношении с ним есть. Поэтому я и заранее говорю, что мы приехали в очень хорошее место, в очень хороший ресторан. У моего мужа есть одна привычка. Он всегда приходит за 15 минут до открытия ресторана. И всегда мы заходим практически первыми в ресторан. И сначала для меня это было дико, сейчас я уже привыкла. Поэтому мы можем видеть, что никого еще нет. Мы первые, нас сажают за столик. Но к концу, когда мы уже уходили, вот это все помещение ресторана было заполнено до отказа. Мне очень понравилось это место, и я бы сюда пришла еще раз. Здесь очень хорошая кухня, здесь очень хороший шеф-повар, потому что блюда оригинальные. Я не стала снимать то, что мы ели, но я вам хочу сказать, что было очень вкусное мясо, были очень вкусные овощи, и все было подано очень красиво, очень элегантно. И как вы думаете, чем закончился наш вечер, наш день? Мы увидели трех оленей, пасущихся прямо возле нашего дома. Мы остановили машину, вышли из нее и стали их снимать. И хочу вам сказать, что наш день обычно не то что заканчивался, но сопровождался. Вот каждый день нашего присутствия в Монтане сопровождался тем, что мы видели оленей, они везде и всюду. И обычно не в предсказуемых местах. Ты едешь, едешь, и вдруг раз, и они на твоем пути. Я надеюсь, что вам понравилось, как вы провели свое время вместе с нами сегодня. И надеюсь, что вы продолжите смотреть мое следующее видео о нашем пребывании в штате Монтана, где вы можете увидеть еще очень много интересного. Оставайтесь со мной и до следующих встреч. Спасибо. Different color. Mm-hmm.
music. Oh, it's interesting. Mm-hmm. There's a whole bunch of them. Where? There's another one. Oh my gosh, yeah.